Серпуховское местное отделение «Единой России» пополнилось новыми активистами. Заседание политсовета по традиции началось с приема в партию. Сегодня представили 6 новых членов партии «Единая Россия». Им предстоит работать в команде на благо Серпухова. После торжественной части перешли к обсуждению исполнения наказов избирателей. Многие касаются вопроса благоустройства. Работа в этом направлении требует нового подхода в приоритете, прилегающей к школам территории. Сколько детей занимаются во дворах на спортивных площадках и сколько на этой же бы площадке занимались, если бы она была бы в школе. Если бы она была бы в школе, она была бы под контролем, на которую отпускали бы родители. По площадку на дальней. История 2 года. Нам жители, это наказы, и ходили, и все. Мы ее поставили. Через 2 недели на эту площадку без слез взглянуть было невозможно. Спортивная площадка ОСП с искусственным газоном, прекраснейшая. Изрисовали все, что там только смогли. И теперь представим, если бы эту же площадку поставили бы во дворе школы, она бы была в порядке, дети бы заходили, точно так же занимались бы. А во дворе мы бы сделали тротуар, поставили бы лавочки, ну и повесили бы турник. Общественные зоны требуют бережного к себе отношения. Об этом говорить важно и нужно. Тем более в Серпухове происходят масштабные перемены. Обустраиваются парки, скверы. В следующем году планируется строительство набережной. Проект реконструкции прибрежной территории реки в исторической части Серпухова стал победителем 5-го всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах. Заседание политсовета завершилось обсуждением празднования дня рождения «Единой России» 1 декабря. Серпуховское местное отделение партии отпразднует торжество со своими избирателями. По традиции пройдут личные приемы.